кадровый вопрос, пожалуй, главный на сегодняшний день. Есть работа, создано более 13,5 тысяч мест. Специалистов не хватает. Проблему обсудили на совещании у президента. Говорили, остановить отток молодежи можно. Одно из условий – решить квартирный вопрос. Приобретение жилья для молодых специалистов, для молодых семей, для работников – это вопрос, запрос общества. То, что жилье задерживает все-таки любого человека здесь, в Приднестровье, я в этом категорически просто уверен. Это даже мой личный пример. Жилье должно быть доступным. Программы поддержки действуют в странах СНГ и успешно. 3 месяца зарубежный опыт изучали специалисты правительства и банкиры. Итог – особое кредитное предложение с учетом нашей специфики, в том числе зарплат. Как это должно работать? На конкретном примере президенту рассказал премьер Александр Мартынов. На первоначальном этапе уплачивается первоначальный взнос при получении такого кредита. Он составляет 30%. Из них 25% оплачивает государство первоначальный взнос и 5% оплачивает молодая семья. После этого ежемесячный платеж по такому кредиту для молодой семьи составляет 1127 рублей. Это мы говорим о семье с одним ребенком. Оставшуюся сумму погашает за молодую семью государство. То есть жилье на вторичном рынке приобретают сразу за счет 2 источников – семейного бюджета и государства. При этом чем больше в семье детей, тем больше размер господдержки при погашении кредита. Кредитный механизм президент поручил доработать к началу нового года. Решение квартирного вопроса уже ждут 225 молодых специалистов.